5 мая в Тверской перегородной деревне Палкино на улице Радужной. По свидетельству ее жителей, Тверской водоканал отключил водоснабжение 11 домов. Как рассказали их владельцы, ранее эту услугу предоставлял субподрядчик, который рекомендовал заключить прямой договор с водоканалом. Но на это требуется время. После обращения жителей водоканал, эта организация, по их словам, не нашла ничего лучше, как первонаперво лишить людей водоснабжения. Теперь они не могут пользоваться элементарными благами цивилизации. Возмущенные граждане уже обратились в прокуратуру Тверской области для защиты своих законных прав. Сегодня вот невзначай, без предупреждения, приехали и просто отрубили всю улицу от воды. Законно, незаконно, не знаю, не могу сказать. Но дело в том, что все годы, что мы здесь проживаем, мы оплачиваем воду Гусеву Павлу Дмитриевичу. И договора у нас у всех есть. Оплачиваем своевременно. Ну вот почему-то сегодня нас приехали и обрубили. Нас не помыться, не попить, детей не помыть. Что нам делать, мы не знаем.